Основная цель сегодняшнего видео – научить вас, независимо от того, в какой точке графика находитесь, не теряться от тысячи возможных вариантов движения цены, а выбрать один, наиболее правдоподобный. После чего определить точку входа с минимальным риском и дождаться входа в сделку. Видя на несколько ходов вперед, вы имеете существенное преимущество перед другими трейдерами. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембиту. О самих точках входа расскажу после теста. А сейчас, прежде чем продолжить, попробуем разобраться в вопросе, можно ли спрогнозировать траекторию движения цены? Ответы да и нет. Да, если прогноз простой и короткий, нет, если прогноз долгосрочный и детальный. Хорошая новость, для того, чтобы зарабатывать, угадывать точную траекторию цены не нужно. Посмотрите на график, можем ли мы спрогнозировать траекторию движения цены? Вы удивитесь, но нам точная траектория не нужна. Нам нужно понять, в каких ключевых точках, скорее всего, будет цена. Как это сделать? Давайте разбираться. Первое, что нужно понять, какая сейчас тенденция. Грубо говоря, вверх или вниз. Что можете сказать о тренде? Похоже, тренд растущий, верно? Минимумы и максимумы повышаются. Хорошо, отметим это. Точка, в которой сейчас находится цена, это точка неопределенности. Почему? Все просто, дело в том, что сейчас цена находится между двух полюсов. И задача будет не в прогнозе траектории, а в ответе на вопрос, к какому уровню подойдет цена с большей вероятностью. Нам важно будет понять, как цена протестирует уровень. Почему это важно? Давайте разбираться. Что такое тест уровня? Тест уровня возникает в тот момент, когда цена подходит к уровню и после касания отскакивает. Понимая, где находится уровень, мы при определенных условиях рассчитываем на отскок цены от него. Прогнозируя место отскока, обладаем серьезным преимуществом, потому что покупаем или продаем финансовый актив с минимальным риском, так как в точке касания риск небольшой. Наметим траекторию движения. Пусть тренд восходящий, текущая цена между поддержкой и сопротивлением. Где при подобных условиях можно купить актив с минимальным риском? Все просто. Покупку нужно сделать на уровне. Получим две точки. Наметим простые траектории. Первое. Тест ближайшего уровня по тренду. Второе. Откат к пробитому уровню по тренду. Только эти два варианта будут нам интересны. Если хотите узнать больше о Price Action, не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Так будете узнавать обо всем первыми. Те же траектории, но для тренда вниз. А сейчас вернемся к предыдущему графику. Согласитесь, задача стала гораздо проще. Теперь вы хорошо видите два варианта развития событий. Тест уровня и пробой с откатом. Во всей траектории вас интересуют только эти две точки, потому что в них откроете сделку с минимальным риском. Наметив траекторию, вы контролируете ситуацию, потому что имеете простой и понятный план. Остается только дождаться точки входа и открыть сделку. Научившись прогнозировать движение цены, сможете управлять ситуацией. А пока учитесь, вам будет полезно возвращаться к этому видео, поэтому не забудьте поставить ему лайк. Спросите, а если график пойдет не по плану? Здесь все просто. Контроль за вами. Если план нарушен, не входите и намечайте новый план. Чтобы в этом потренироваться, прямо сейчас переходим к тесту. Посмотрите на график. Цена сейчас находится в этой точке. Ваша задача сказать, какое движение цены наиболее вероятно. Если выбираете первый вариант, значит ожидаете разворота. Если второй, то продолжение движения по тренду. Если хотите, чтобы тест принес больше пользы, объясните лучше письменно, почему пришли к такому решению. Цена подошла к уровню после снижения. В точке принятия решений вы не знаете, что цена пробьет поддержку. В данной ситуации рассуждаете так. Если будет пробой, жду отката к уровню, а на подходе вхожу в короткую. Может ли цена пойти выше после отката? Да, может. Тогда будет небольшой убыток. Но если пойдет дальше по тренду, будет прибыль. Движение по тренду более вероятно, чем разворот. Вот такая простая логика. Второй пример. Ваша задача определить тенденцию и наметить наиболее вероятное движение цены. В данном примере откат не так ярко выражен, но цена стояла на уровне 10 минут, что вполне достаточно для входа в длинную сделку. Но если бы заранее не наметили план, то и не поняли бы, что делать.
Пример 3. В этом примере очень важно отметить уровень. Думаю, этот пример не вызвал у вас сложностей, потому что он практически повторяет схему, разобранную в начале видео. Кто-то скажет, что далеко не всегда цена ходит по схемам. Соглашусь, но нас никто и не заставляет входить в непонятных ситуациях. Пример 4. Что в этом примере подсказало такое движение? Уровень и тенденция? Верно. Но это не все. Обратите внимание на то, как цена подходила к уровню. Такое движение с большой вероятностью говорит о пробое уровня. Пример 5. Заметили, как стало просто смотреть на график после того, как предварительно оценили вероятное движение? Кстати, в подобной ситуации, если бы решили войти в разворот на пробое поддержки, то сделка была бы убыточной. Пример 6. Вы не думали, почему сейчас в тесте получается легко отвечать? На вебинаре этот вопрос задавал, и участники в большинстве своем решили, потому что на графике нет ничего лишнего, и тем самым вопрос существенно упрощается. Онлайн-вебинар длится час, и отвечаю на разные вопросы по теме. Большинство ответов в запись не попадают, так что буду рад вас видеть каждый второй четверг на своих очных вебинарах. Ссылка на вебинары, на регистрацию вебинара под видео. Пример 7. Если бы цена не пробила этот уровень, тогда, возможно, может быть, если бы, стоило бы подумать о лонге. Но условий в данном случае для покупки нет. Пример 8. Можно ли было ожидать пробоя нижней границы флага? Конечно, можно. Но движение против тренда, и поэтому в него заходить не стоит. Напишите, часто ли в подобной ситуации входите в шорт. Пример 9. В данном случае сложности не должно было возникнуть. Ярко выраженный тренд, ждем пробоя сопротивления и откат к уровню. Тут важно понимать, что если пробой пойдет не по схеме, мы просто не будем открывать там сделку. Пример 10. Прекрасный вариант для входа. Ждем отката и при подходе к уровню открываем сделку. Сейчас, когда рассмотрели 10 примеров, покажу, как можно входить в сделки. Рассмотрим три варианта входа в сделку. Первый. Подходит, если движение волатильное и цена быстро уйдет от уровня. Можно в этом случае использовать заявку на опережение. На подходе к уровню выставляете лимитную заявку, и если цена ее заденет, то сделка открыта. Стоп за уровень. Второй вариант. Затухание движения перед уровнем. Чтобы войти, нужно после подтверждения выставить лимитную заявку, а после входа поставить стоп-лосс за уровень. Вы спросите, что делать, если цена пробьет уровень? Нарушает ли это схему входа? В принципе, да. И вы имеете полное право не входить. Но у меня есть хороший прием, который может помочь в этой ситуации. Для этого выставляете стоп-лимитную заявку за свечу, пробившую уровень. И если цена вернется, на возвратном движении сделка открыта. Этот способ хорош тем, что если движение продолжится в направлении пробоя, в сделку не войдете. Прямо сейчас подведем итоги по тесту. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если набрали меньше 5 баллов, тест не прошли. От 5 до 8 средний результат, лучше попробовать еще раз. 9 и выше баллов – отличный результат.
Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов набрали в тесте с первого раза, подписывайтесь на YouTube канал Admirals и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!